как-то уже... Обожглась, чайник горячий. Не то чтобы уставать начала, но настроение немного... Так, снизилось, работоспособность. Немного снизилось, это значит, да, подустали. А раз подустали, нужно напиток богов оприходовать. Напиток богов и замешивать шоколадку. Черное с белым. А что это означает? Это означает, что может высыпать аллергия на белый шоколад у меня. Блин, глаза теперь такие шальные. Из-за лука. Шоколад. Сегодня вообще какой-то день, да? Всякой фигни. Сок пили. Противный. Десерт ели. Пузырьки лопаются. А где здесь еще шоколадка? Мне кажется, мукбанка вечером уже не будет. Так, время уже 5 часов. 5 часов. 6. А мы шоколадки жрём. Угу. Ну что? Фарш у нас рыбий. Яичко сюда одно. Фарша много. Положу 2 столовые ложки манной крупы, чтобы не развалился. Подстраховочка, так сказать, наша. Где туесок-то был с солью? Ой, ну что ты будешь делать со мной? Перец черный. Достаточно. Туесок-то куда поставила? Тут балда. Нет. Этот туесок без соли. Не вижу. Как солить? А, вот, вижу, господи. Убрала и забыла, куда убрала. Балда. Надо еще это. Сильно много не солить. Недосол, помню, да? На спине. Недосол на столе, пересол на спине. Сик, он все-таки немножко был подсолен. Боюсь пересолить. Потом есть будет невозможно. Там уже курица у нас доходит, хочу сказать. Уже приготовилась. Теста еще нет. Пока котлеты жарим, тесто подойдет. Теперь на больничном. На, кто там смотрит мой видеоролик, комментирует, уведомление пришло, что упала. Слушайте, поприхрамываю теперь, да. Это не первый раз, когда я падаю с велосипеда, что-то снимая. Я была к этому готова, поверьте. Хорошо, что это зима. И снега много. Ну, немного еще относительно. В общем, падать было мягко. Один раз я летела летом. Руками вперед. Айфон летел, блин, дальше, чем меня видели, блин. Вот там я реально была на измене, на изжоге. Потому что я думала, что у меня сломается телефон, и все. GG MVP. Good game, fuck you. А телефон сейчас новый стоит сколько? 100? 20? Ну что, телефон пришлось бы новый покупать. Надо менять, кстати, будет скоро. Когда я последний раз менял? 11 Pro. А сейчас уже какой? 13-й телефон какой? Короче, мне надо. Или еще годик походить до следующего сентября. Ну да, до следующего сентября посмотрю. Похожу пока-то качество видео, все это соответствует, работоспособность меня устраивает, чтобы оставаться всегда на плаву, быть в тренде, по новинкам, по всяким
процессным, да, по процессору не отставать. Иначе просто будет не получаться контент никакой. А это хреново. С рыбалок. Мука, которая на рыбалке бралась с собой. Тихо-тихо. Пересыпать в банку. Что она не в банке. Вижу банка с мукой. Так, еще капелька водицы. Капелька водицы. Что в нее? Угадай-ка. Ждем, пока нагреется. Мы вернулись. Сковородка нагрелась. Кто-то там говорил в манной каше, в панировочных сухарях. Ребят, девчат, как хотите. As you like. Как вам будет угодно. Котлетки такие ложечные. Не должны разваливаться. Серенькие такие, да? Это потому что шкура была у сега. Если бы шкуры не было у сега, они были бы белые. Это спрашивают часто у меня, когда я делаю щучьи котлеты. А почему они белые? А потому что щуку, когда котлеты на щуку делаю, мы снимали филе со шкуры, и все, я так молола. Молола фарш, потом делала котлеты, и получается, они беленькие. Помню, был такой разговор, девушка писала, я тоже так делаю, у меня не получается. Я говорю, ты вообще понимаешь, что такое чисто физически невозможно? Ты когда белое мясо жаришь, а не серое, какое они у тебя должны быть? Белые, наверное. Ну, желтенькие, да, такие поджаристые. Но никак не серые. Поэтому понимания мы не достигнули, фигню какую-то она там прорепетала. Лично я так считаю. Сейчас они поджарятся немного, схватятся, перевернем и накроем крышкой, чтобы посочнее было. Так-то они будут сами по себе очень сочные, потому что сика рыба нежная. Котлеты будут бомбические. Котлеты будут просто пушка. Подцепила, да, слово? Пушка. Немножко есть. Никуда от нее уже не деться. Майя, тёлка. А. Твоя тёлка просто чушка. Майя, бэби, трубопушка. Была такая песенка, была. Курицу надо бы уже доставать потихоньку. Сейчас как-нибудь тут перетурбацию навести. Спрашивают, что ты все делаешь на плите, у тебя что, места нету? Нет, у меня места нету, мне надо было вот расширять кухню, мне тут места не будет. Некуда все ставить, некуда ни кастрюли, ни сковородки, ничего нет. Кухня лепидрическая, очень маленькая, поэтому ничего сюда не ставится. Клево? Вот как вот достать курицу из духовки, когда тут что-то готовится? Ой, ну попробуем. Вот, тихо, пар-пар-пар-пар-пар. Самое главное, моську не пихать туда. Ой! Чуть на ноги не упала. Я забыла, что я пакет чуть приплавился. Забери пиано мне домой. Только не ругайся с меня. Забери пиано мне домой. Куда вот противень? Куда? А, понятно.
Это пакет тут что-то взялся. Так сделал. Сейчас упадет все нафиг. Курочка. Интересно, не соленая? Ну-ка. Хорошо. Кусочек пакета. Сколько у нас всего, да? А еще рыбники хотим печь. Время еще только. Всего ничего. Будут еще рыбники. Что, пускай поджариваются? Или как? Да, пускай жарятся. Ну, процесс идет сразу на 2 сковородках. Здесь и здесь. И еще вон сколько. Хорошо у нас. Котлетки чудесные. Фиговые. Вот эту крышечку закрутится, пускай доходит. Что? Горят. Так, это я кофе пила, извиняйте. Гора-гора, котлет-гора. Возьмем самую сочнявую. Ой, какая, посмотрите. Сиговая рыбная котлетка. Блин, она божественна. Сочная какая. Только гениальная женщина могла сделать такие котлеты. Только гениальная. Ой, повезет кому-то.